Юлия, 33 года, Омск. Сейчас в декретном отпуске. У меня двое детей, старшему 13, младшей 4 месяца. За время работы 12 лет я не смогла выбиться на более высокую должность. Хотя и очень много старалась. Работала по 12-14 часов в субботу даже. Я для себя четко понимаю, ну не могу я дать своим детям и себе ни образования, ни отдельного тренера, ни нормальной медицины. И что получается? Я так и буду нищий? Да, спрашивает Юлия. Такое ощущение, что Юлия вот пишет, что вот жизнь кончилась, и Юлия совершает так называемую ошибку самоприговора. Ну, когда без видимых признаков диагноза какого-то, да, вот есть руки, ноги, энергии, можно дальше совершать попытки, Юлия как если бы ищет доказательства, что следующие попытки совершать не надо. Я так скажу, Юль, 33 года. Да это вообще, ну, это даже не середина жизни. Да? Это, ну, такой расцвет, это самый расцвет, самое, что ни на есть, прекрасное время. Это раз. Второе. Если у вас до текущего момента что-то там не получалось, и что? В любой момент времени все можно изменить. Смотрите, в мире основное количество, например, новых компаний успешных, которые становятся единорогами, открываются людьми, которым глубоко за 40. Средний возраст основателей единорогов 45 лет. А вы когда в 33 года говорите, жизнь кончилась, ну это неправда. Вот статистически это неправда. Это действительно так. И особенно это происходит тогда, когда вокруг тебя, вот как Юля, если ты меня сейчас слышишь, ну, люди, которые вокруг тебя не поддерживают тебя. Более того, еще и гундят и сопят, и говорят тебе и вторят, что да, да, вот ты никчемная и так далее. Поэтому срочно покиньте этих людей, смените свое окружение, найдите других людей, которые будут вас поддерживать. Ну а про 12-14 часов и там в субботу, я так скажу, обычно те, кто очень много работают по времени, да, и говорят, вот, надо работать все дни, все там, это, в джобовый там 24/7 и так далее, у них очень мало денег, как будто бы они догоняют уезжающий поезд. Нужно сменить, да, поведенческие стратегии. Вот для того, чтобы их сменить, вы и подписаны на мой YouTube-канал, да, поэтому у вас всегда есть возможность прямо вот в этот момент начать действовать по-другому.